Доброго времени суток, дамы и господа. Идея создания этого видео была у меня еще где-то месяц-два назад, но время наконец-то пришло, и самое время записать об этом небольшой видосик, небольшой монолог. Суть-то в чем получается? Реально, да, на текущий момент самое лучшее время для покупки жетона. Почему это так произошло? Почему цена снизилась? А по-моему, все довольно-таки просто, и это как раз-таки прямо зависит от покупки жетонов за реальную валюту. То есть мы находимся с вами на европейском регионе. И те, кто может себе позволить покупку жетона за реальные деньги, получают при этом голдишку. И по-моему, в тот момент, когда делается много-много таких операций, то цена жетона в голдовом эквиваленте, она начинает идти вниз, 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 вниз. Поэтому на старте аддонов, да, довольно-таки низкая цена на жетон вообще в принципе прослеживается. Разумеется, все это можно отслеживать, все можно смотреть, даже не входя в игру, например. Да и даже войдя в игру, нам все равно нужно идти к аукциону, это неудобно в какой-то момент времени. Потому что, нажав магазин, нет доступных предметов. Вот, а идти к аукциону, чекать цену жетона, ну, как-то не очень. Я хочу порекомендовать вам сайт, на котором в графиках все имеется, где имеется полная информация о том, как стоил жетон, например, 7 дней назад, 30 дней назад, какая была минимальная цена на жетон в течение этого времени. Открою вам этот сайт и продемонстрирую. Вот он, этот сайт под названием wovtokenprice.com. Ссылка, само собой, будет в описании. Что у нас получается? На текущий момент, да, европейская цена 256 320 единиц золота. Последнее его изменение было 11 минут назад, тут пишется местное время. И это снижение составило 835 золотых монет. Также имеется небольшая вкладка «История», и можно глянуть максимальную цену жетона, например, в течение сегодняшнего дня, то есть рассчитываются 24 часа. В течение 7 дней можно глянуть как минимальную цену, так и максимальную, и также в течение 30 дней. Справа же имеется небольшой 7-дневный график, по которому можно глянуть цену жетона. Да, некоторые люди заходили на стрим в момент того, когда вышел Dragonflight, ну, Twitch Drops и все дела, и немножко насмеивались. Вот, ты говорил, что цена жетона будет в Dragonflight низкая. Ну-ка, открой сейчас аукцион и посмотри, что ты на это скажешь. На что я сказал, нужно подождать пару дней, и цена на жетон будет низкая. Вот мы подождали, и вот цена на жетон реально снизилась. 256 тысяч — это очень хорошая стоимость при условии того, что в течение там последнего месяца максимум это 365 тысяч, а тут на 100 тысяч меньше. Так что закупайтесь жетонами и потом постепенно, потихонечку их проюзывайте. Как-то так. Кликнув, например, Extended History, можно глянуть вообще полную историю с момента введения жетона и глянуть минимальную цену жетона, которая только была. Порой смешно слышать то, что жетон стоил 10 тысяч. Это неправда. Как-то так получается. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!